Там. Здравствуйте. Чё, как делишки? Ой. Посвязала, уставшая немножко. Сейчас расскажу немножко про Халыч. И похожу в него. Тебе, конечно, сейчас будет очень интересно после того, что я увидела в сериале, играть в саму игру. Но anyway. Ой, шумит с волосами. Все спуталось нафиг. Короче, досмотрели сегодня второй сезон Halo. Великолепный, просто замечательный, прекрасный, прям очень годно. Началась новая арка там. Я так понимаю, что мы в игре увидим ближе к первой части или что-то типа того. Оно странное, оно прям внезапно неожиданное, потому что весь сеттинг, он до этого был про одно, а там началось про другое. Но мне очень нравится, с другой стороны, что они начали туда, ну, не философию закидывать, это не она все же, но размышления и эволюцию персонажа, собственно, Мастера Чифа главного, это прям вообще пушка. Хотя местами я прям, честно, сидела и себе лоб разбивала от фейспалмов из-за того, что там делали герои. Они даже с условностью о том, что это фантастика, сериалы и так далее, иногда вытворяли настолько херню какую-то дикую, что я ж прям, типа, вы серьезно? То есть, как вообще можно было засунуть в сценарий? Это было настолько ужасно. Вот так вот. Сейчас еще. Надо настроечку подкрутить одну и пойдем. Не-не-не-не. Бля, я чувствую, я сейчас посижу за компом, поиграю и вообще не встану. Что делаем? В Halo пойдем играть сейчас. В Halo Reach. Чё? Сама такая. Чё ты обзываешься? Обзываются на меня тут. Ладно, я думаю, что все заинтересованные, кто хотел, уже пришел. Можно и в Халыч идти. Где у меня тут Xbox? Xbox. Last Play 2. У нас стрим по Halo был 2 месяца назад. Это пушка. Я как обычно, короче, ясно. Ужас. Мрак какой. Ой, не могу. Ну, погнали. Ладно. Изи анти-чит. В какой-то момент даже захотелось себе шлем Мастера Чифа. Пуньк-пуньк. Бля, вы не поверите. У меня, короче, сейчас три монитора, и у меня на вертикальном мониторе запустилась игра. Вау! Классно. Ой, не могу. Где-то настройки. Графика.
Оконный режим. О, все. Там, где надо. Чё это сейчас за магазин? Это лутбоксы, что ли, или что? Что это? Или для онлайна, не понимаю. Чё за две коробочки разблокировать? А, о! Окей, ладно. А, у меня вон 16. Это я за то, что играю, мне даются какие-то коробочки. Прикольдес, прикольдес. А что такое? Вот это нам надо. Вот это мне нравится. Хотя в игре оно стилистически вообще никак не будет смотреться. Мне кажется, вообще не в тему. Типа в онлайне, чтобы это сделать из игры мультиплеер какой-нибудь. Ну, не мультиплеер, а этот Call of Duty. Поехали. Тут не написано, да, где мы остановились? Да, собственно... Мы остановились на исходе. Да, все правильно. Это мы после взрыва корабля упали на землю. И сейчас будем в городе в Соляново, видимо. Куда-то идти, чего-то там пытаться отбить. Потому что мы сейчас на Риче, на пределе. Это предел, короче... Это один из последних бастионов человечества, планета, где живет много людей. Вот, и Ковенант напал туда. В сериале... Блин, вы вообще хотите мне рассказывать про сериал или нет? Как вам? Наверное, будет больно. Наверное, еще рано слишком рассказывать. Не все посмотрели, если... Хотя, наверное, кто хотел, уже посмотрел. В общем, ладно, не буду рассказывать. Что сериал? Пахало сериал. Отличный просто. Мне нравится. Вообще суперский. Актерский состав там просто подобран. Муа. Мастер Чиф там просто... Муа. Такой-то мужчина. Прям... Ох. Горячий, горячий. Под конец прям... Уф. Невероятно. Хотя в какой-то момент мне было очень больно смотреть на сериал. Когда он пиздов получил прям так конкретных. Это прям очень не очень было. Но вроде пережил. Ладно. А, еще для тех, кто не знает. Я, короче, себе заказала Orange P 5+. Жду, пока доставят. Надеюсь, что это как-нибудь повлияет на наличие ирл-стримов. Разумеется, это все влажные фантазии и ничего не изменится, как обычно. Ну, мало ли. Плюс еще вчера, кажется, вчера. Или, может быть, позавчера. Мне пришла PS2. Вот, так что я 18 апреля, кажется, перееду на новую квартиру, где у меня будет отдельная комната. И там что-нибудь придумаем, замутим. И у нас будет обязательно геймплей с PS2. Есть во что поиграть там из интересных игр. И посмотреть на... Игры, к которым мы привыкли, тем, у кого не было PS2, вы удивитесь, но некоторые версии игр, которые выходили на другие консоли, лучше всего выглядят на PS2. Благодаря какому-нибудь необычному, волшебному, хорошему освещению. Вот это довольно частая ситуация, которая была в то поколение. Так что... Это GTA-шка, как минимум. Это как минимум Need for Speed. Ну и все, на скидку так сразу и не скажу.
Anyway. Так, стримы с 3D-принтером или еще что будет? Да, DIY-ные будут. Я просто сейчас... у меня есть несколько вещей, которые мне нужно, типа, там, подмоделить, напечатать. Я это не делаю сейчас, потому что у меня принтер стоит на полу, и у нас очень сильные сквозняки. И я поняла, что у меня очень сильно падает качество печати, и... некоторые детали бракуются при печати, поэтому я сейчас на нем не печатаю из-за этого. Я что, корпус поцарапала? А, нет, это грязь. Фу, испугалась. Вот. Так что после переезда принтер будет. Насчет велосипедный, ну, я не знаю, если я перестану быть ленивой, и все будет супер, то можно. Было бы здорово. Хотелось бы. Я сейчас на улице даже почти не выхожу, честно говоря, потому что у меня уши болят. Я себе отит заработал. Лол. Здесь очень холодный ветер, и меня просто продуло в хлам, и теперь у меня болят уши. Если я что-то долго слушаю, или, не дай бог, мне водичка попадет, или немножко ветра задует, у меня пиздец просто. Начинается боль. Я надеюсь, что... найду завтра времени и напишу врачу, схожу в клинику, им ничего-нибудь пропишут, капать какое-нибудь ухо. О, ку! О, ку! О, ку! Погнали. Да, вот мы в Новую Александрию упали, короче. This is Kilo Dispatch. All available teams advance to Traxxas Tower. Evacuation will commence ASAP. Вот сюда мы упали. What's the status of the tower pad? Tower pad is green. Let's move the civilians before it changes. Собственно, да, нам походу надо туда вниз идти. А, о, нам туда. Это было в сериале. Из оружия у меня сейчас, естественно, нихера, да? Ну ладно. Может, что найду? Патронов. Патроны — это тоже неплохо. Короче, надо туда, в любом случае. К башенке идти. О, вот это сумище. О, вот это физика у сумищ. А чё так темно? Сейчас скримеры будут? Опа, ковенант. А чё? А где? А чё вы убегаете, пацаны? Не затащите, что ли? Company be advised, we have reports of Covenant suicide squads. You gotta be kidding me. That's a negative. Keep your eyes open, troopers. Suicide squad? Ё-моё. Слышу, 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 слышу. Уходи. А, чё там на четверку, да? Night Vision. Sixes, Kilo 40, Covenant Corvettes raining hell on us. Final protective fire one. Danger close. My command over. Copy Kilo 40. Firing FPF. At your command. Это неожиданно. Fire FPF one over. Firing FPF one. Shots. Hold on your helmet. А, о. Восстанавливаю. Так. Это типа у меня сейчас бег, а можно армор локап. Возьму-ка я себе армор, потому что чувствую, пригодится, раздают. Дают, бери. Бьют, беги. Kilo 40, request FPF SITREP. Negative 26. Corvette's still coming. Copy 40. Firing FPF 2. Ой. Shot.
Упс. Фарил и гремлины. Что-то меня как-то быстро убили, ну ладно. Надо почаще на карту смотреть. Понятно, он просто под меня уронил. Афтерпук какой-то случился. Под меня уронил эти штучки. Danger close, my command, over. Copy, Kilo 4-0. Firing FPF-1 at your command. Fire FPF-1, over. Firing FPF-1. Надеюсь, если он рядом со мной взорвется, пока я буду в этой броне. Меня жахнет или нет? Давайте протестируем, что ли, посмотрим. Лол. Ну, вообще нормальная тема. А что есть? Патроны, патроны. По-моему, мне плохо. Сам себя подрывает, дрочи. Ой-ой, сколько вас там. А у меня есть гранат, я уже забыл начать кидать. И не на G, на троечку, на двоечку. А они, кажется, там сами себя разорвали, да? А еще они типа умнее человечества, да, были? Да. Определенно. О, гринки. На какую кнопку гранат кидать, я забыла. Так. Q, R это перезарядка, очевидно. F может быть? Да, на F. Не знаю, а как интересно... Переключаются они. Т, Х. Это что такое? А, это voice chat. Все понятно. Ладно. Мы хотя бы знаем, как кидать их теперь. Не знаю, как переключать. Но кидать это тоже неплохо. Че это? О! Хелза подъехала. Воу! О! Так я пришла помогать. О, отлично! Не отлично, что это мертвый наш, конечно. О, элит. О, отлично, что у меня есть теперь оружие. О, это прям не круто. А у меня даже отряд появился. Жесть, вы здоровы. Что там? Я видела. Ой, а у меня весь отряд перебили, прикиньте. Надо себя чуть погромче сделать. Tower! Elevator in the atrium goes down to the cargo port. Cargo port goes to the tower. А вы знаете, что пользоваться лифтами в чрезвычайных ситуациях это не самая лучшая идея? Okay, let's move in and find that elevator.
Что-нибудь интересное есть? Нет? Ой, я забыла, что у меня нет бега больше. Что там где? А, вот сверху, да? Ого, там здоровяк какой-нибудь. На. Ой. Сейчас надо прикрыться. Да, кто в меня? Надо восстановиться. Гранаты кончились. Это было. Может, что есть патроны где-то наш? We're evacuating a group of civilians on the fourth floor. As soon as I reach the cargo port, I'll send the elevator back up. Okay, everyone find some cover. Stay sharp. We need to hold this position. Drop ships! Deploying to the courtyards! Watch your flanks! Блин, а я бы наверх хотела. Ну ладно. А чё, куда их высадили-то, где они? А то должны прибежать. О, вы в кого стреляете? О-о-о, ничего себе. Уа! Вот это он из-за угла вышел. Неожиданно. Вот отсюда, да? А может, мы просто не будем дверь открывать им? Ну так, чисто попробовать. Нет, не будем пробовать. Так, сверху они здесь зайти не могут. Я, значит, могу... Вот если на эту будку запрыгнуть, то я их вообще могу беспрепятственно... Да что такое? Ладно, пофиг. Бум! Неудачно кинуло, ну ладно. Ого! А как они здесь оказались? Не-не-не-не-не-не-не-не-не, иди ты нафиг. Ты мне не нравишься. Ты мне не нравишься. Их два тут. Вот эти чуваки прям с булавами, это не круто. Мне бы от них как-нибудь сныкаться. Ой. Ну я, в принципе, могу еще в броне их попробовать пережить удары. Ну такое. О, закрылось.
Неудачный чекпоинт, долго ждать. Вот он. Ах ты, хит. А я тебя вижу. Надо сначала с этими разобраться. Так, одного выгасили. Где-то второй должен быть. Это его ответка, что ли, так долбанула, интересно, или что? Это меня за то, что я мирного убила, и поэтому меня грохнули? И это теперь заново, да? Какой-то гига-кринж. Прям что-то жесткая арена. Ух. Ой, напрыгали. Ироды. Ну давайте. Плохо дело. Они меня ждут! Охренеть! Вот это скоты! Вы... Не, они не атаковали меня? Вот это жесткие челы. Надо было не умирать в прошлый раз. Не круто. Вообще не круто. Сижу, позорюсь тут. Мне нужно Вагуши Гейминг просто. С таким уровнем игры. Так долго ждать. Короче, граната его не сносит. Понятно. Это плохо. Так, одного убили. Так, все, двоих убили. Теперь остальных здоровяков надо. Оп-оп-оп-оп-оп. Да мне не продохнуть. Мне нужно. Я сейчас сдохну. Надо хп установить. Кто там рычит так? Не рычи. Чё, а где? Фу. А, тут хп было. А вы с нами поедете? Нет? Ну вот. Спасибо, Дим. Мой самый лучший подписчик.
Я себе PlayStation 2 купила. Чао, а почему мы вниз едем? Нам же наверх надо. Ну ладно. Окей. Ой, а вы не хотите гражданских отсюда вынести куда-нибудь? Это тут не очень явно. А где такую штуку взять? Дайте такую штуку. А можно мне? А тут что такое? Ничего. Да. Давай. Ее, погнали. Это какой-то типа платформер получается. А куда нам идти-то? А, офигеть, ты моргаешь. Ну ладно. Так, а отсюда куда? Вон на ту надо платформу. Вот это вот прям далеко. Может, туда уже просто прыгнуть? Как я? А? Умею же? Мне бы снайперку. Мне снайперки здесь очень понравились. Снайперки здесь прям отлично реализованы. Ловишь кайф, когда играешь с ним. Чистый. Опа. О, сколько у вас тут? Ой-ой, вот этого надо гасить заранее. Сейчас придет, лицо просто разобьет. Ха, изи. Хотя я теперь от него могу просто отпрыгнуть. Поскольку летать умею. Так что не так страшно. А что, все, закончились они? А, нет. Где? Откуда? Не понимаю. А, ой. Да кто там такой мощный? Со всех сторон. Давай, броня, восстанавливайся. Давай, быстрее. Угу. О, граната.
Прям близко. Ой, у меня патроны кончились. Гранатомет возьму. Кому ты приказываешь? Окей. И чё? Куда идти? А, понятно. Погнали, попробуем. О, это для меня. Жопошник полетел. Не вернется? Нет? Не можно же оружие менять, нет? О, гайс. Это все. Блин. Не мешать. Живучий. Это чё? Это откуда? Ой-ой. Блин. Эта хрень меня может жахнуть. Стрелок ворошиловский. А, там еще один такой, да? Где он там? Откуда он стрелял? Четыре патрона осталось. Я слышу. Вак-вак, уга-буга. Надеюсь, он сам себя сейчас сжахнул. Потому что я не хочу с этой ракетницей видеться. Так, кто? Патроны. Ну, ладно, давайте попробуем. Изи. И вовсе не страшно. Fire!
О, не-не-не-не-не, вот я хотела большую пушку. Это она? Нет, я другую хотела. А где тут была? Нет, мне показалось. Это она и была. Конечно, чуть что сразу за грязную работу спартанец делай. Спартанец то, спартанец все. Все, закончилась пушка. Ой. Тихо, кто сверху? Да, есть. О, нормальная пушка. Сейчас я восстановлюсь всех. Там подмога к ним пришла. Он уже две гранаты моих пережил, если что. Через узенькую дверь, да, к ним можно? Да, кайф. Ну, пойдем, что делать? Она ж не простреливается? Ой, патроны кончились. А ты что тут делаешь? Хе-хе-хе. Ты там один, да? Этот хороший выстрел был. А что, тут где-то было оружие нормальное? Да подождите, тут где-то автомат был. Я не хочу отсюда уходить без нормальной пушки. Нормальная пушка in nutshell. Окей. А на какое мне? На этот? На этот. City's been under siege for the last 5 days. Thought we had it in hand, and then those corvettes scattered, pulling back. Hell, we've all got orders to evacuate. Yes, some of us just don't like leaving a job half finished. Evac transport Delta 15 to evac dispatch. Load it up, ready to go. Delta 15, this is evac dispatch. Copy that. Proceed at your discretion. Midtown airspace is way too hot. Gonna take an alternate route. Delta 15 to dispatch. Banshee squadron on my tail. Taking fire. Copy, Delta 15. Can you... Mayday, port engines hit. We're going in. I'm gonna try to set her down. Самое главное элитов валить. Так ты и людей спасешь, и поинтов заработаешь. Бесполезно. Сейчас мы вот просто летим так и будем сверху наблюдать, как людей перемалывают, да? Найс. Про что вообще халом? Ни разу не играла. Короче. Есть люди, есть ковенанты. Ковенанты — это вот эти уродцы. Суть игры про войну между ними. Ну, это как вроде основной сюжет. Я точно не уверен. Я, по крайней мере, в этой арке сейчас нахожусь. Вот. А Хала, это переводится как... Обруч, кругляш. Не знаю, короче, что-то такое круглое. Это квинтэссенция... всего мироздания. То есть это такое место, это место, да, где оно состоит само по себе из, как это называется,
из всего возможного органического и неорганического. То есть это как идеальная, ну, не форма жизни, потому что там не только органическая, просто вот сама идеальность, что может вообще существовать, вот это, оно, Хала из этого состоит. Вот, и, собственно, война идет против ковенантов, которые хотят заполучить Хала. И люди тоже хотят заполучить Хала, потому что тот, кто получит Хала, получит управление над всей вселенной, потому что Хала есть все. Вот. Круглая философия. Угу. Ну, довольно все просто, на самом деле. Не могу рекомендовать игру, потому что, ну, игра такая не для всех. А вот сериал, 2 сезона уже вышло, очень рекомендую. Прям во. Я сегодня 2-й сезон просто закончила смотреть как раз. Очень кайфую. И пока не гадаю, почему не анонсировали 3-й сезон до сих пор. О! Очень хочется 3-й сезон. Прям вообще. Давно я не кайфовал от сериалов. Хотя про Хала я, типа, ничего не знаю. Вот это первая игра, я в нее играю сколько? 3-4, может быть. А я, наверное, с пулемета не сломаю танк, да? Писки летающие. Вот, поэтому это все, что я пока знаю про Хала. Но пока мне нравится. Ой. Ну, постановка прям достойная. А чё, я не вижу, красненьким светится, а ковенанта не видно. А, во, вот и видно. Все, типа, выходи. Или что, что вы хотите от меня? Понятно. А есть оружие нормальное? Я не хочу в эту... в миле атакуйте, а то меня вот это тогось. Только такой пистолетик, да. Ну, тоже пойдет, он мощный. Да-да-да, поехали. Поехали. Это Tesla Cyberstruck. Чё, хочешь сесть? Все, поехали. Ой-ой-ой. My engines are hot, waiting for your go. Copy that, 7-3. Working on it. Садись. Ну давай, чел. Баги у них, конечно, жестко красивые. А, я вспомнила, здесь же это... Поворачиваешь на мышку, а не на клавиатуру. А я думаю, что за херня? Кручу, и какая-то фигня получается. Так. А, это наш. Я думаю, что мы в него не стреляем. Вот это было жестко. Я сейчас умру, подожди, подожди. Надо похиляться. Угу. А ведь скоро это станет обыденностью у машин. У всех будет поворачиваться. Ну, кроме совсем дешевых. Блин. С танка стреляют. Чё? А, нам туда. Садись давай.
Так, давай. Вот это вот. Так. Можно заехать здесь, сбоку, аккуратненько. И потихоньку вырезать. Так я меньше дамага получу. Вон. А, вон танк, кстати. Ну да, попробуем танк бахнуть. Или не бахну так. Не, наверное, не бахну. Наверное, он нас бахнул. А чё? Бахнули? Не, не бахнули. Езжай. Yeah. Это хорошо. Так, вот этого давай. Это хорошо. Можно было танк, кстати, угнать и на танке сюда приехать. Ну ладно. Сейчас мы как ПВО активируем этот патриот. Байден, где патриот? Не жадничай. That's the first missile battery, Lieutenant. Get it armed. First battery is online. Other ones to your south, Sergeant Major. Covenant are banging on my bay door. I got families and wounded on board. I gotta get airborne. Easy, 7 Echo 3. Ой. Spartan's gonna clear the sky. Психует там чел. Не выдерживает нервишки. Сейчас мы прям на этой точили с пулеметом. Прям туда. Поехали. Ой, там еще один танк. Ой, там еще один танк. Хе-хе-хе. Как я вас обдурила. Активировалась? Активировалась. О, там танк. Я отхожу отсюда. Жестко. Чё, мы на машине, наверное, не уедем отсюда, на пешком идти. У нас танк тупо размажет здесь. Ой, ё-моё, сколько там этих элиток. О, надо вот эту штуку взять себе. Ладно, можно попробовать все-таки. Ты будешь садиться? Давай, добей этот танк несчастный. А, мне кажется, надо из машины выпрыгнуть, она горит. Не хочешь? Sirius M2? Нет. Я в него очень сильно в детстве наигрался. Мне прям вообще не... О! Как бы эти хрени бы с этого... Мне бы ее заполучить, и будет вообще... О! Сюда! Сюда! Вот это очень хорошо. Там где-то еще одна штука. Ее сняли, да? Вот это она была. Отлично. Надо сбоку здесь заехать. Из пулемета пострелять.
Хе-хе-хе. Чё, не нравится? Мне тоже не нравилось. Я бы поиграла в Duke Nukem, может быть, какой-нибудь. Вот это да, вот это там прикольно было. А вот Serious Sam что-то меня вообще не тянет. Ну, наверное, меня еще не тянет, потому что он такой трешанина. Именно в том плане, что какой-то слишком быстрый. Ой! Я это... Я слоупок, мне тяжело быстрее игры играть. Если это только не ритм игры. Ритм игры я могу еще рим отстукивать. А здесь прям что-то... Нет. Мы тяжелых жахнули. В принципе, этого достаточно. А че это вы так смешно прыгаете? Ой. Прямое попадание выдерживает. Пока. О! А мне сюда же надо. Не-не-не-не. Ладно. Попытка была... А, я активировала! Прикиньте. Вот это рофл. Надо было сразу что-то делать. Блин, хорошо сейчас было. This is Six. Go ahead, Noble Two. We picked up your transponder about an hour ago, but could not risk open comms. Covenant have the city sealed tight. We're getting nothing from George. He didn't make it. Understood. What's the situation at Starport exit? The last transport is away. All right. We're bringing you to us. Все, мы молодцы, прям. О, кайф. Годно. А, конечно, то, что нас подобрали сейчас хоть в каком-то виде, это прям удивительно после того, как мы упали на Александрию сверху. Я думала, что без шансов будет. Ну ладно. Your report will have to wait, Lieutenant. The Covenant are jamming all comms to command. Cat needs your help running the counter out. It's good to have you back. Sorry I came alone. Make him proud. Давай. Спокойной ночи. Put your wings back on, Lieutenant. You're flying this Falcon. Давайте, ребятишки. Я пойду. Covenant have deployed multiple обратно на него. High-rises across the city. We can't hear Holland, and he can't hear us. We're totally cut off. Trooper squads have been trying to take the jammers out, but the covies are dug in tight. When I confirm targets, I need you to hit them hard. Хорошо. Мы полетим, нет? Чего от меня хотели-то?
А, о, ё-моё, это даже интересней. Вот это нам... Как это сказать? Вундервафлю дали тут. Ну, полетели. Так. Рейс альтитуд. А, то есть я постоянно должна придерживать кнопку мыши, чтобы не... Ой-ой-ой-ой! Так, полетели джаммер. Бомбить. Нас, по-моему, преследуют, нет? У-у-у, быстрей, быстрей, быстрей. А, я еще могу высоту залочить, это хорошо. Здание упало. Это плохо. Жалко здание. Как вообще попасть? Попала. Так, а что нам получается, надо сесть сюда? Или что? Да. Пресс. А, прикольно. А, то есть они будут где-то летать, а я буду в это время... Все, понятно. Классно, классно придумано. Чё, они такие слабенькие тут, да? Вся защита здесь? Мелочь. А, вас просто много. А кто в меня такую гранату кинул? Мои чапсы. Бррррр, звуки какие. Я думаю, кто-то мурчит. А мы круг просто сделали. А, это джаммер так мурчит, ё-моё. Он у них биологический. Понятно. Прикольно. Ой-ой-ой-ой-ой. О. Да, гранаты кончились. Вот. Не знаю почему, но в отличие от других локаций, здесь очень хорошо слышно, как они разговаривают. И они прям буквально мурчат. Что они котики? Ну-ка. А, ну ладно. А.
Сейчас я тебя плазмой пожгу. Ща, подожди, мне нельзя дамаг получать. Подожди. More brutes! Stay back, you stinking bastards! Ой, я не хочу туда. Не обязательно туда. Что это такое было, такое странное? Она вообще дамажит? Да, дамажит. Разброс, конечно, у нее дикий. О! Все торбо вам. Человеческое оружие появилось. Готовь жопу мою. Патронов мало осталось. Блин, опять херня. А что активировать? А, дальше там 100 метров. Нет, это были ниндзя. А ты что здесь делаешь? Right. Приколисты. А что, вы сами не могли сделать? Ой, все, не могу. Noble 2 to Noble 6. I'm showing the hospital jammer offline. Nice work. Soon as you can, I need you back in your factory. Don't worry, I'll get the job. Noble 2 to Noble 6, you've got incoming tangos. I've got contact. I see him. We've got jumpers. Ого. У вас же джетпаки тоже есть теперь? Блин, они жесткие, они еще и это...
нормально стрейфиться так. Попасть тяжело в них. На тебе в щащу. Запипячило. Попячься. Попячься, попячься. Пипячка, упячка. Ой. О, это граната. Где он? We're good here, sir. You can head back to your bird. Хорошо. Я к своей птичке. Че, мне еще выше, да? Тес, а че это за летающие штуки-то были? Я просто даже не видела, чтобы меня не атаковали. Где моя птичка? А-а-а. Ждёте тут? Запрыгивай давай. У нас тяжелая ночь впереди. Command, this is Gunnery Sergeant Buck with the 11th ODST, over. Copy, Gunnery Sergeant, go ahead. Need escort on a classified op. Send someone who knows how to fly Type 4 Major. А, ты вниз туда полетел, ну ладно. Что-то тяги нет вообще. Бархатные тяги. Ни хрена не видно. Куда лететь? О!
очень странно. Как-то на дальнюю дистанцию регистрируется... Ой, а чё, всё, да? А, попадание прям очень не очень часто. Да, конечно. Не благодарим. А ещё увидимся. Ой-ой-ой-ой, чё это по мне так сильно? Вот эти, что ли, малютики по мне? What's your status, One-Niner? We found the jammer, but we're getting hit. Request immediate assistance. Где джаммер? You still with me, One-Niner? 7 Delta, One-Niner, do you copy? 6, help those troopers if you can, but get that jammer offline either way. Где джаммер-то? Логично. А то достреляли. Approaching the objective, 6. Watch for hostile fire. Clear. Keep it going. А может я из этого постреляю? Hit him. Та-т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 а-
Noble 2 to Noble 6, I'm still getting nothing from those troopers. You may have to take care of this jammer yourself. Да. Не хрюкай. Мяукайте лучше. Да сколько ты в чачла можешь получить? Патроны. О, он прям вплотную подошел. А, тут есть. Иди сюда. Такое, что с лицом? Жареное лицо. Шашлыком пахнет. О, на лифте. Не круто. Укачивает. Слишком быстро. У тебя должен быть автомат нормальный. Боец, где свой автомат оставил? Признавайся, давай. Ты Арасак, что ли? Кто офис? А, вон джаммер. Schematics show alternate routes to either side, Six. Видно. Надо вниз спуститься. Вниз, но не сюда. Сбоку зайти. Актив камуфляж, дропшилд. Да хер на это. Ну давай щит возьму, наверное. Не просто так здесь. Такой здесь сейчас. Че это? Фу, не. Здесь какой-нибудь бронированный будет, наверное, дробаш пригодился бы. Положили его сюда, скорее всего, не случайно. Гейм-дизайнер. А. Видимо, выбраться будет тяжело отсюда. А, ну... Ой!
Это что за хрень такая? Прыгает что-то там. Неприятно. Стрекозы какие-то. Жесть. Ой-ой-ой-ой, где? Где? Это FPV-дроны. Вот зачем был нужен дробовик. А можно мне его... Ой! Что я активировала? О-о-о. Что это было? Это был очень странный уровень. Фалкон, заберите меня, пожалуйста, отсюда. Здесь как-то неуютно становится. We've got an evac op being harassed by a Covenant shade turret. Neutralize it so we can get those people out of there. Okay. Это изи. Как-то ловушка, не ловушка, честное слово. Я из нее выбралась вообще на изи. А вы, кстати, что со мной не сходили, ребят? Не помогли. Я в ловушку попал там вообще-то, без вас. А что трясет? Причина тряски. О, планету остеплять начали. Well done, Spartan. Чё, больше никого нет? А чё надо-то? Водишь, что ли, опуститься? 4 Charlie 2-7 to command. Request immediate assistance. Go ahead, 2-7. We're at the Viren Telecom Tower. Got hunters between us and the jammer. Copy, 2-7. Help is on the way. Noble 6, I'm sending you coordinates for the Viren Tower. Go get those troopers unstuck. This is the last jammer, Six. Okay. We're almost there. А я так... Я сразу поняла, где. Было довольно просто. О, клубец. Сейчас бы тусить. Мое призвание тусить. А, турелька. О, мелочевка всякая. Сначала надо с ней разобраться. Кто? Ребят, вы меня защищать будете, нет? По вам же стреляют. Как будто мне больше всех нужно. Так, я не вижу движения. Я как это, знаете, те самые хищники. Или не хищники, а из всяких не скримеров, а хорроров, которые, знаете, уродцы, что реагируют на движение только. Вот я из этих. Я реагирую только на движение. Мне нужно встать, посмотреть, кто-то двигается или нет. Вообще ничего не вижу. Слишком сложно для меня. Реакция утенка просто. Куда стреляешь? Не вижу. А, вон вижу, на втором уровне. Это ж клуб. Тимати, не заденьте только. Все, внутрь. Вы со мной вообще? Оп. Могла уронить. Че по оружию? Пистолетные с писюльками маленькими. Есть чем попри... О! Ну так,
такое лучше, чем без патронни ничего. А это кому? А, это... Я вообще не поняла. Здесь уже наш месяц. Охренеть, здорово, клуб. Я в такой выпаду силы. Клёвый. И чё тут? А, вон джаммер стоит, вижу. Ну на. По-моему, все равно, что я в него стреляю, что не стреляю. Эй, диджей! Уличный денсер, шик-шик, пати-мейкер, пати-мейкер. Ой, вы эту тусу запомните на всю жизнь. Забавь, что у меня бега нет. Какое ты большое. Я в домике. А, я не могу домик этот прострелить тоже, нет? Логично. Всех впускать, никого не выпускать. Блин, у него щит еще. Я вспомнил, я против них, кажется, дралась. Надо им в спину, наверное, стрелять, да? Это очень плохо. Может, я могу джеймер зафармить без палева? Да не, нет, не злись, парень. Понятно. Интересно, был бы чекпоинт, если бы я успел его активировать? Хаю. Хаю, хай. А может, не надо привлекать внимание? Ладно. Бег бы мне, бега не хватает. Вот этого надо сейчас обойти. Опа. И вот этот сейчас стрельнет. И... И теперь валим. Ну что, я их не завалю сейчас. Они что-то жесткие. О, здорово, бойцы. Спасибо. Спасибо. Может, там дальше развлекаться, а я пойду. Клуб, конечно, у вас прикольный. Но я пойду в том сеть. Я хика. Йоу, чика, я хика. Гоу гулять. New order. All personnel are to be evacuated from Oni HQ. Say confirm. Confirm Oni Tower evacuated. Noble 2, sit rep. Copies are hitting the HQ in force. They must have zeroed my signal. Get that evac started. Roger that. Noble 6, get over here and cover our evac pelicans. I need you overhead now. Лечу, лечу. Command, this is Whiskey 3-5. I've got my eyes on 6 long-range shade turrets in the vicinity of the Oni Tower, making life pretty tough on our evac birds. Вот эта хрень высаживает всякую хрень. Значит, надо ее жахнуть. Whiskey 3-7, we may proceed with evac. Solid copy, Command. Appreciate the help. Noble 6, lose those other shade turrets so pelicans can get out of here. Five down, one to go. Вы можете эту мелочь разбирать за меня? Какая турель гашу? О, полетели. У меня чуть не сбили.
Noble 6, you're one steely-eyed Spartan. I'm extending the landing pad now. Come home, Lieutenant. Time for some medicine! А можно мне не лететь туда, откуда они улетели? Они что, не просто так улетели оттуда? Ой. Еще пиздов опять получать. Да за шо? Look at this place. Used to be the crown jewel. Not anymore. Hey, you made it. It's a regular family reunion. Keep him. I gave him to you. I'll honor him my own way. George always said he would never leave Reach. The big man was sentimental. He gave his life thinking he'd just saved the planet. We should all be so lucky. Sir, that true about Gauntlet Red and Echo teams assigned to civilian evac ops? Those are senior level communiques. I hear what I hear. Point is, why put Spartans on defensive deployments? I need that link to SATCOM, Cat. Chasing it. But this console's got more shrapnel in it than transceivers. You didn't answer my question. You want to know if we're losing? I know we're losing. I want to know if we've lost. Colonel Holland, hailing так, us. What are you doing конец. On an open channel? Let's hear it. In the southwest quadrant of the так, city, очевидно. Over Sierra 259. If you're receiving, I am authorizing override of radio security protocols to link with this channel. How long for a secure link? I can't guarantee secure anymore. Could Covenant trace it to us? I could. Noble leader, this is a priority one hail. If you are receiving, acknowledge immediately. Keep it brief. Carter here. Yes, sir. Mm. We got movement. Multiple Covenant vehicles vacating the area. And they're in a hurry. How often you see Covenant retreat for no reason? Radiation flare. Big. 40 million rune guns. Just lost Holland. What's going on? Atomic excitement scrambled the signal. 90 million now. Source? Airborne. Close. How close? That close! Yes. Так это остекление планеты, не? Вас здание не спасет. First glassing. Me too. Don't worry, I'm on it. Our best option is a fallout bunker on sub-level 2. 96 meters northeast. We get orders from Holland, sir? We're being redeployed to Sword Base. В смысле? Если выжгут планету, вас никакой бункер не спасет. Keep Dr. Halsey's excavation data for falling into enemy hands. It hasn't already. Конец. Maybe, but according to Holland, the Covenant are still hunting for something. Where does he get off calling a demolition a priority one? Твою мать. Come on, get in! Let's go, come on! Герои не умирают. Мы типа в бункере переждали остекление. Звучит потрясающе.
это последняя миссия на сегодня. Noble One, this is Noble Actual. Noble One, go ahead. We need that base taken out, son. What's your status? Still outside. Thermal on the interior shows standing room only. We're gonna have to send them out or we'll be way too popular. Copy that, Noble One. Hauling down. We got a job to do, so let's stay focused and get it done. Six, are you in position? Affirmative. Good. Execute. We got company. Covenant owned this sector now, but they're defending for a major strike, not a small group infiltration. Eliminate all hostile ground-to-air defenses so the rest of Noble can land at Sword Base for the torch and burn. Keep a low profile. We take them by surprise. This will be a hell of a lot easier. Мы здесь уже были. Spartan, we'll follow you. А чё вы как хотите? Там же вода, я утону, не? Вау! Ребят, вы такие стелс! Вы просто видели? Я сейчас думала аккуратненько турель загасить, а ничего устроили. Трэш. Вообще какую-то войну тут устроили. Полномасштабную. Дегенераты. Тупые морпехи. Как обычно. Что-то с деревяшкой мешается. Жарится. Ко мне сюда. А. Да кто меня там жарит? Понятно, уходим. Я плавать. Бульк. КБ сняли много. Зараза. А там же этот. Да, я слышу, мурлычет. Мопед. Опа, танк. Садись. Миском снаружи, так скажем. Есть еще место-то хоть? We're clear. Я издалека вижу, что можно стрелять.
Get a move on, Noble Six. Our Falcons are standing by. Оффроуд. Вот это уже похоже на этот, на Челленджер. На большую шлепу, которая в черноземе застревает, потому что сделан для того, чтобы с тапочниками воевать. В этом. Как его называется? В песках различных. Ух, как я его сгасила. Движения не вижу. А, вижу. Надо просто внутрь пострелять, короче, чтобы потом не стрелять с обычного оружия. Не париться. Ошибка. Блин, а ездить вообще хп очень плохо, очень больно. А чё она не взорвалась, я ж гранат кинул. Сейчас же. Че, поедете, нет? Нету ни хрена. Вот я не хочу совсем с вами стреляться сейчас. Сколько ты сейчас стреляли? Можно идти. А вот здесь может быть хп баночка. Да, есть. Отлично. Все. Можно дальше вершить правосудие. Это вы меня подобрали? Прилетели или что? Вот это танк, да, такой, типа. На каждом чихе просто такой, бэп, я не могу ехать. Транспорт тут, конечно, очень специфический. Абсолютно какого-то невероятно маневренного. И почему-то, да, абсолютно неповоротливого максимально. Clear. Noble team, Falcon group has landed, hostiles engaged. Yuna's working on getting the gate open. Nearly missing camp right about now. Area secure. Target down, clear! Weapons free! All clear!
И вот эти обломки просто от мотоциклов помиляют. На них так застреваешь. Ууу, нифига там. Танки. Бум. Нормально там бахают. Лучше продолжают. На, дерево пробить не могу с танка, проверяй. Уж эти деревья. Наверное, поэтому коменданты хотят планету. Они считают, что у нас здесь защитные деревья просто. Так, надо сейчас аккуратненько из-за камушка загасить потихоньку все эти танки, потому что они не дадут жить. Что это автосигнализация? Так. Но он из-за камня там далеко стреляет. Хер знает, во что стреляю, но что-то попадаю. А, танк ездит. Дурель, что ли, сверху еще осталось. Красная — это точно от танков. Дурель. Уезжаем. Изи. По-моему, сейчас задом наперед едет. На танк я, конечно, туда не влезу. Пойдем, пацаны. Конечно. Number six, решайся сама. Tango, coming from the pad. And the garage. Double time at six, come on. Taking enemy fire. Just in time, six. Kill them all, Noble. Ну давай, хильсь. Я думала, гранат, то есть, а я что-то ни одной гранаты не имею. Них гранаты просто дропаются невероятно в количестве. Парировало, у него бомбануло. А мне похилиться. Я вообще пушку надо взять какую-нибудь. Хотя бы такую. Это. Что это такое? Первый раз вижу здесь такое. Странно. Как говорится, ветфлекс.
Elevator's out. Wait, this place been done? We're lucky anything still works. Любители во время жесткого пиздеца покататься на лифте. Это чё, мышь? Ты чё такой синхронный сейчас был? Чё за хрень вообще? А в чём мем? Есть оружие нормальное? Пока вот тут со своей броней развлекались, я с пистолетика его сделала. Понятно, они эту хрень подобрали, теперь на каждый чек будут. Дробовик отстой. Как оно во все стороны стреляет? Как из этого вообще стрелять? А чем сюда пришли? Я вас что ли жду? Ой. Мальчики. Привет, чё как? Да, нормально. Чё как? Клёво. Второй сезон Халла досмотрела. О! Отлично. Даже я вот сделаю вот так вот. Да, второй сезон Халла досмотрела. Вот сижу, играю, кайфую. Чё ещё? О! Дробаш. А вот это? Это ж не всё дробовики. Почему только дробовик даешь? PS2 купила. Оформила себе полный переезд. Переезжаем, короче, через 2 недели в новую квартиру, кайфовую, буду наслаждаться кабинетом отдельно. Не знаю. Чтобы перестать херней страдать, было вообще здорово. Зажила бы, так скажем. Where are we going now, boss? Dot? Please proceed to the pre-arranged coordinates. Cryptic. You know as much as I do, Noble 4. О, отлично. Какая странная дверь. Coordinates nearby, Commander. We're close. Up the ramp and to the right. Ой, он прозрачность использовал. Я его видела. Keep on target. Смотрел, что смотреть последние 10 дней. В плане. Что, в смысле... ты про сериалы, что ли? Что посмотреть? О, это вот эта хрень летает.
нихрена не видно. Аниме есть, фильмов нет. А, в этом плане. Я очень редко что-то смотрю. В этом. То есть, как бы... Я, наверное, вот только Хала смотрю и все сейчас. И то досмотрел и снова ничего смотреть не буду. В кинотеатр иногда хожу, например. Последний раз ходили на Дюну. Было очень клево. Хе-хе. Как я его. Эмма и Уотсон. Что, опять Гарри Поттер пересматривать, что ли? Пу-пу-пу. This is it. In here. Блин, уходили, все было в порядке. Отошли на 15 минут, все, базе конец. Looks like they got themselves cornered. Or were committed to the position. I'm going with cornered. There's nothing here. No load-bearing columns either. Sir, if we're supposed to blow this place, this ain't the spot to do it from. Dot, check your vector. Vector confirmed, Commander. We are precisely where Oni has directed. Apologies. Coordinates revised. Please confirm. Revised? By an AI of unknown origin, whose clearance is well above my own. Well, it's pointing us a click and a half east and 2,000 feet underground. No, I didn't bring my shovel, Commander. Sir, I say we go AI free on this one. Obviously, these coordinates are junk and the longer we go chasing. Не видела. What is this, Dot? Our revised route, Commander. All right, we came this far. Ну, не знаю. Мне, правда, очень редко, когда что-то заходит, что посмотреть. Прям. Мне еще очень тяжело просто на несколько часов сесть и что-то смотреть. У меня прям... несидимость. О, выгоняющая из халфы. Опять они... В момент остекления планеты пользуются лифтами и вагонеточками. Отчаянные люди. Your new AI friend tell you anything else, Dot? Dot. She's been expecting you. That's perfect. Apologies for the unusual security measures, Commander, but the stakes demand it. Dr. Halsey. Casualty reports have you listed as... Yes, well, as they say, news of my death has been greatly exaggerated. I only wish the same could be said of the rest of Noble Team. We all do, ma'am. It may please you to learn that the data module Noble 2 procured from Visigrad Station contained precisely what my scientist promised. A latchkey discovery that has unlocked, at last, the secrets of this excavation. Not sure I understand. Your orders were a pretext to bring you to me and have been overridden. You are here, Team Noble, to ensure the delivery of this vital data to a secure location. Doctor, our orders are to destroy all sensitive material. Others will handle the demolition. I'll need to confirm this new directive with command. Colonel Holland will be briefed. You belong to Oni now. У меня сейчас подозрение, что будет небольшое пересечение с, ну, сериал здесь пересекался. Before you is an alien artifact, neither human nor covenant in origin, advanced beyond our comprehension until now. Да, это имеет. Не как в точнее сериал не как в игре, но близко. Whatever we're doing down here, we better do it quick. Have your data ready, ma'am. We're coming to you. The decrypting process is still underway. I don't think you understand. We're out of time. If it isn't portable when we reach you, it's gonna get buried. Bury any of it, and you bury mankind's best chance for survival. Commander, you've been wondering what your Spartans died for. Dr. Halsey, как обычно. They died for this. Please, buy me all the time you can. Well,
Let's find Halsey's lab. Move. Commander, I'm seeing turrets already in defensive positions. Only was expecting company. They sure as hell got it. Doctor, we have hostiles inbound. Spartans, you cannot allow the Covenant to break through the door to my lab. Understood. Let's give the doctor the time she needs. Noble team, there are 4 defense turrets to assist you in defending the lab. Get them online, and quick. When the turrets take too much damage, they'll shut down to recharge. You'll need to reactivate them when they come back online. Noble Chuck. Activate the turrets and set up a perimeter. Они сами активироваться не могут. О, Ковенант. А, ни хрена, я себе скиллуху взяла какое. Указываю точку на карте и... проецирую жучару своего. А, я побежал, эту турельку там ставить. Как дела, ребят? I need more time. Whatever you have to do, do it. Че это? Ууу. Эта пушка слишком крутая для того, чтобы гасить этот чувак нападающих. О! Так, есть смысл. Здравствуйте. Ой, привет, давно тебя. Ну как, я тебя... Твиттерочки, по-моему, часто вижу, если мне не кажется. А может и кажется. Здравствуй. Нормально, хорошо, неплохо. Как-то так получается, что улучшается. Ой, а тут так мало патронов. А, у них тоже такая штука есть. Короче, если бы работало что-то побольше над собой, может, было бы получше. Ну и так неплохо. Я за последние несколько дней вообще такие великие дела сделала. И по работе, и по жизни. Там прям вообще кайфую сама себя. Все, а то когда твиттер читаешь, кажется, что все не ок. Но хилить не буду, бывают проблемы, но они такие, знаешь, мне кажется, больше от того, что я мне объективно нужно сходить к врачу и получить какие-нибудь таблеток, потому что со мной явно что-то не так. Ну а с кем так в наше время, если так подумать? Жизнь очень сильно меняется, не в лучшую сторону. За это становится, мягко говоря, грустно. Но я думаю, что это все временно и не страшно. Тем более, сейчас перееду, у меня немножко организм такой... Ого, смена обстановки. Можно пожить еще немножко. Думаю, что это улучшит. Короче, все нормально. Это больше нытье такое. Берлин переезд. Не знаю, не знаю. Да что там делать в этом Берлине? Я думаю, надо в Денвер переезжать. В Колорадо. Это да. А в Берлин чё?
там еще все дефендим, да, эту базу? А, то есть у меня был шанс активировать все турели, и тогда бы мне было попроще сейчас отражать атаку, да? Понятно. То, турель так снесла? Что вроде элитно, а падает буквально с пары выстрелов. Ой-ой. Куда это так стрельнул? А патрон-то не вечный. Приеду в Денвер. Буду за городом снимать дом. Заведу себе собаку. Tesla Model Y какую-нибудь. А, буду работать в Uber. Не знаю. На фуревые конвенты ходить. Блин, было веселье больше за 2 года, чем за 2 года в Мальме. Proof me wrong. Но... Тогда я даже спорить не буду. Я не знаю, и мне кажется... Может быть, я себе надоумила. Может быть, я... из-за того, что я себе не завела здесь какой-то компании... Ну как, у меня тут появились вроде как друзьяшки. Как минимум знакомые хорошие. С которыми, может быть, весело, с которыми я притусываю там. Но... Да, вайбы, походу, не совсем мои. Дом Денвер будет стоить 5 тысяч в месяц. Это не для айтишницы. Будешь приходить гражданчика в кондо с индусами. Да ты гонишь. Я с этим не согласна. Утверждение. Все у меня получится с этим. Воу, это откуда? А почему из Калифорнии и Денвер? В этом и прикол, что ты можешь хорошие вещи из Калифорнии получить, не получая ее минусов. В этом весь и интерес. Think about it. Не, это не копия. Я еще... Ну, помимо того, что там, типа, читаю разных челиков оттуда, здесь недавно видела подсчет, интересная статистика была на тему затраты средней зарплаты в IT, количество рабочих мест, урбанистика, безопасность, вот это вот все. И Колорадо — это прям, мне кажется, один из лучших штатов, где можно жить. Где можно реально жить, что-то строить, жирком наживаться, вот это вот все. Можно еще в Орегоне жить, но жирка там будет сильно меньше. Я такие выводы сделала, мне кажется, оно должно работать. А ты чё так стоишь? А, это я. Просто это из-за турели, что ли, так? Вообще челленджа нету. Прошлый дефенс был намного сложнее. Где эти чуваки с большими молотками меня угашивали. А откуда мои вечные патроны? Наверное.
package is almost ready. Just a little more. Давай быстрее, Хоузи. Летите тебя налево. Когда Берлин гости? Я завтра, наверное, буду билеты покупать. Скорее всего, за неделю до 1 мая. И там 1 мая, там еще пару дней. Что-то такое. Не знаю, где-то на недельку приедем. У нас основной повод приехать — это концерт 1 мая. Ой, нихрена себе ты. А что с этим делать? А, концерт симфонический по этому, по Stardew Valley. А, саундтреки будут из игры. Прям очень случайно получилось билеты. О, ни хрена, меченосцы вернулись. Билеты оторвать. Прям такая рарная штука, довольно сложная мне было сделать. Да, давай уже, пора. В общем, я думаю, что будет клёво. Если хочешь еще кринж, у меня 5 апреля в Малимё концерт, я пойду на тоже симфонический. Основная тема там саундтреки с Final Fantasy. Причем я вроде на эти штуки хожу, прикольно все. На общие игровые ходила, а вот на Билла Брауна я так ни разу и не попал. Он там, по-моему, 2 раза был в Москве, и я оба раз проебланила. Причем первый раз вообще тупой был, потому что, ну, я была очень нищая, и у меня реально было, не было денег. Я такая, ну, наверное, не буду напрягаться. Ни первый, ни последний раз. Наверное. А во второй раз я не помню, почему-то не получилось. Очень жалею. Очень хочу его послушать. What is this stuff? Knowledge. A birthright from an ancient civilization. Жесть, так она здесь оказывается была? This AI is its custodian, and she has chosen you as her couriers. Chosen? By an AI? By this AI, yes. Her measure of you carries as much weight as my own. Perhaps more. А при этом билеты на Stardew Valley намного сложнее, чем на Final Fantasy купить. There you'll find a Halcyon class cruiser waiting to get her off planet. Еще я могу определенно сказать, что Final Fantasy переоценен. Mankind is outmatched. When Reach falls, and it will. Ну типа мне нравится. Our annihilation is all but certain. Они клевые, но переоценены. We can glean from this artifact a defense against the Covenant, a game changer. On the level of the conical bullet in the 19th century, or faster than light travel in the 23rd. And what if we can't? An apt question, if there were somewhere else to place our hope. There is not. Take it, Lieutenant. She has made her choice. Do you have it? Yes. Say the words, please. I have it. Dr. Halsey, Noble 3 will escort you to Castle Base. I require no escort, Commander. June, make sure nothing falls into enemy hands. I'll do what's necessary, sir. Good luck. You too, Rifle. Что-то произойдет. I need a heading dot. At 3 kilometers north. Turn right, heading 050. Which leads to continuous straight.
the only off-planet extraction point left on this continent. Small-scale air attacks have decimated many convoys en route. An armada of Covenant cruisers is hastening to the site as well. UNSC cruiser Pillar of Autumn is awaiting your arrival. Wouldn't be a noble mission if it were easy. Ладно, я, кстати, ошиблась. Все не, ну, в сериале не так, как в игре. Ну, чем-то похоже, но не то. Все-таки другое. О, а вот мы и прошли эту миссию, и я, как говорила... Ой, ладно, сейчас посмотрим и выйдем. Please respond, Sierra 259. You are alarming me. Not sure how long she's gonna stay together. Skies are jammed up anyway. Gotta get you off, Lieutenant. Sir, you don't want to hear it. Get the package to the Autumn. Done. Not yet, it's not. Emil, go with him. It's a ground game now. It's been an honor, sir. Likewise. I'll do what I can to draw their fire. Six! That AI chose you. She made the right choice. Это за Картану сделают из этого AI? В итоге, или как? Знаете, это еще немножко кринжевато сейчас видеть. Потому что... Mark! Круто. Немножко кринжевато это все видеть, но в общем хайпе AI сейчас, потому что, ну, когда это делали, всего не было таких проблем, скажем так. Забавно. А музыка-то какая? О, я патронов больше теперь могу носить. Кайфы. Сейчас будет жестко. Должна показать, как он драматически погибнет. Нет, да? Нет? Ладно. А, все, сейчас, наверное, взрыв будет, да? Это недостаточно драмы. Не знаю, вот с одной стороны, вот постановки клёвые, а вот что-то как-то переживания за героев у меня не то чтобы сильно много. То есть я, например, смотрю сериал, и мне прям за героев сериала очень... Ну, не тревожно. Да опять вы стелс мой провалили. Морпехи чёртовы. Там да, а вот здесь что-то как-то, не знаю, почти не вызывает эмоций. Может, из-за того, что я со стримом сижу, то есть не так погружена в игру, но мне кажется, что нет, потому что раньше у меня не было таких проблем. Я и на стриме могла погружаться спокойно. Ой-ой, вам сколько. Ну, саунд дизайн клёвый. Это чем меня так жахнули? Пойдем сверху. Что меня снизу это клашмат. Элитка больно бьет. Ха,
я запрыгнула на этого, на спартанца. Кайфы. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не хотела сюда прыгать, честно говоря. Но окей, си. Патронов. О! Ни хрена себе. 60-49. Пока я... Хотя... Во! Вот так вот сделаю. Yep. Вот. Квадрик приятный. Нереалистичный, конечно, но приятный. Ни хрена там. Садись, придурок! Но миссия провальна из-за этого овоща. Чё спрыгнул? Прикольдес какой. Кракатец. Она будет на прыжок? Не, не будет. Ой-ой, сколько их там. Нам пизда. Нам пизда. Надо в помещение спрятаться. Тоже так умею. Не скажу когда. Ой. А чё? Я сейчас сдохну. Лечись давай! Да, я знаю. Каждый мой выстрел хорош. Пум-пум-пум. Загасили. О, заново. Не кайф.
сразу внутри. Нет, я хочу туда. А, ну он, кстати, съехали те. У нас все уже... Ну, во-первых... Ладно, я не буду говорить, кто есть швед, кто нет. Вот, во-вторых, они съехали. В-третьих, нет, там так нельзя, потому что там другой лендлорд, и там, если будет такая проблема, то чуваков выселят. Не стоило переезжать. Нет, стоило, потому что это маленькая квартира за слишком большие деньги. Она того не стоит. Мы за те же деньги будем получать намного большую... Ну, правда, без садика, конечно, личного, но все равно. Без мутных личностей всяких. Короче, мы все правильно сделали. Пиздят, отрясла в итоге. Тебя, может быть, разве что. И то не думаю. Не сможешь, не осилишь. Надо яйца иметь в себе, чтобы пизду отрасти. Уф. Блин, танк в меня стреляет вообще. И вот это мне сейчас очень сильно повезло. Просто стоит, смотрит. Дуралей. Только гигабайт. Супер дюралайт. Как там? А есть прям как-то танк уничтожить? А то он прям мешает. У меня жахнет. А, это все. Твою ж, блять, мать. Только не говорите, что сейчас будет сначала. Если будет сначала, я рейдж квитну. Ладно. А, целый. Как бы мимо танка этого прохерачишь по-быстренькому. Пошел ты. Все, мне предлагают типа на мопед вернуться. Странно, но ладно. Weird flex, but ok. А как здесь проехать?
Здесь же на скутере, ну... А это еще кто? Ты вообще откуда взялся? А, это же... Ты ж там был. Окей, Си. А че, может, мы просто мимо пробежим? А может, это есть какое-нибудь оружие мощное? Нет? Я, а? Не знаю. Я бросил шведский. Так, почему он мне мопед-то предлагает обратно? А, подожди. Можно бахнуть туда. О, ни хрена вы. Короче, пойдем мопед возьмем и мимо проедем просто. Надо просто близко подойти и сесть на него, все понятно. Вот это прям максимально неожиданно сейчас было. О, граната. Окей. А может мне Аишка за спиной как-нибудь поможет, нет? Да, так и будет меня. От Картана хоть польза была. Ладно, у вас не больше. Красиво. Невада. Класс. Я люблю пауков. Нет. You don't have the firepower. I've got the mask. Сава пожертвует. Hit him hard, boss. You're on your own, Noble. Carter out. Вот об этом я и говорю, что, например, в сериале так прорабатывают персонажей, что каждая смерть... Ну, да, типа микроспойлер, но там были смерть спартанцев, и не только в основном отряде, и каждая их смерть, она для тебя хоть что-то значит. Здесь вообще ничего. Он такой, ну, блядь, тебя, короче, это... У тебя без вариантов. Давай я просто влечу в него и взорвусь. Все. Там этих тараканов, пока мы шли, было штук 5, наверное. Это... Необыкновенно, это мощный юнит, несомненно. Но он не один такой, типа, супер какой-то. Нет, их много. И взял просто чувак с собой пожертвовал. Он, конечно, ранен был, все дела такие, но... Он мог сесть где-нибудь, мы бы его могли поднять, эвакуировать. Здесь он такой, типа,
я пожертвую собой, я врежу на своем звездолете. Бу-бу-бу. И это никаких эмоций не вызывает, кроме недоумения, почему. И не почему, какая мотивация у него, а почему так плохо. Че, есть пушка нормальная? Отлично. Патроны. Отлично. Нет? Вы беспатронные, что ли? Go quiet. Сейчас будет стрелять. Смотри. Go quiet, говорит. Проверяй. Они столько раз уже говорили о стелсе каком-то, но при этом... Жесткая херня. На удачи, короче. Какие гадкие. Надо им бот себе ставить. Учиться стрелять. Все? А, улетели. Ёб твою мать. Сколько в тебя надо попасть, чтобы ты умер? Тараканы. Таракашки. А чё, куда улетели? Можно не все сразу? Чего-нибудь одного вида. Fire! Хорош. Чем таким стреляешь? Болючим. Это какие-то новые прям аборигены. Не было таких. Captain Keyes of the Pillar of Autumn. We are tracking you, Noble, and we've begun our launch sequence. Proceed to dry dock, platform D. I'll be on it myself to receive the package. We'll be there, sir. Это куда? Можно как-то сокращать путь? Better be, soldier, because my countdown is no abort. Не, не скажете, это платформа D. А кто с кем стреляется? А, есть тут солдаты ваши. О, что-то у вас до хера. Бля, вот этот жесткий. Надо его сразу валить. Кто меня потом угасит? А, все, да? Трон и все.
О! А, это не спартанцы. Я думал, что это спартанцы. Не, не прикольно. Я перестал радоваться, хорошо. Класс. А, вот. Вроде люди. Это не точно. Надо проверку сначала пройти. Пожалуйста, покажите ваш череп. Сейчас мы выйдем штангин циркулем вас измерять. Блин, здоровая база, хоть бы показали, куда идти. Наверх, наверное, сам. А куда еще эвакуация может быть? О. Тяжелого сгасить. А, все, патроны кончились. Окей, сим. Бам. Надо этих элитов поковалить с этой пушки. Как-то на обычных патронов жалко. Обычнее так вот пистолетом могу их развалить. А спрыгнуть-то могу? Отсюда вообще. Походу нет. А зачем сюда шла тогда? Да-да-да, сейчас. Вон на момент. А я что-то пушу. Ну, 8 патронов это мало, выгоднее на это поменять. Хотя она очень клёвая и мощная. Аптечку там. Походу придется эти патроны Бедные Энаки. Это грибы такие. А вы с кем тут стреляете? А! А чё молчите? Втихаря там. Чуть не сдохли. Опа!
Головой кидает, кивает слон, он слонишка. Поклон? Как можно поклон слать? Никогда не думала об этом. Это что такое жахнуло? О, свои. Spartans, dry docks through that structure across the way. In position. Punch through. We'll back you up. Ой, я помню, здесь уже была. Кажется. Вообще не очень понимаю, почему мы оказываемся в одной и той же локации второй раз. Ну, с точки зрения геймдева я понимаю, не понимаю с точки зрения сюжета. Но anyway. Ох, я помню, как первый раз и дохла вообще. А сейчас нормально стреляется, все вполне. Кого стрелял? Меня? Кому ты там пах показал? Сами разбирайтесь с этим дерьмом. Я ухожу. Я не хочу. Давай, давай, давай. Иди вперед. Иди, иди. Ты только посмотри. Что, посмотри, блядь, что там. Это пиздец. А что, если он их перестреляет? Все, две гранаты просто потратила как боженька. А что, может можно их как-то обойти? Обязательно? Блять, их не обойти. Это пиздец. Я не знаю, как проходить. Ты сраная. Ай. Если бы у них не было хотя бы гранатометов, еще можно было поговорить. Но вот эта вот херня слишком имбовая. А уж две на одну локацию, это уж слишком. Завалили, проверяй. Тупая херня. Вау, я целую гранату уже использовал. Надо дробовик против них использовать.
Может как-то хоть получится. Гранату и дробовик. Сейчас мелко сейчас разложить. О, я его ранила. Я бегу. О, оружие. Че, мелкие завалили. О, он, кстати, по спине бьет как надо. Иди ты нахер. А отвлекись на Эмиля, пожалуйста. А он вообще жив? А он жив. Ты что-нибудь будешь делать, нет? Короче, когда есть напарник, эту херню можно решить. О, а вы по матчу от все время не могли, да? Это вообще кто? А это что такое? Грязно тут как-то. Ну пойдем. Что делать? В атаку, воины. Ой, бля, не-не-не-не-не. Сами разбирайтесь. Сейчас вылезет хрен с большим мечом и будет рубать. Просто... как мразь. О! А это что такое? Taking cover. Keep the pressure on. Sweet. It's good sweat. О, изи. Мне кажется, в реальной жизни бы я тоже снайпером была. Я когда играла в Battlefield 2142, я в основном на снайпере сидела. Что-то музыку страшно. Что еще будет? Может, не будем? Суп жарят. Ух, бля. Привет. Мы наверное? Когда будет на 100 прокачано, что будет ачивку дадут. Yeah, all clear. Угу. По-моему, здесь был
А, я же снизу их еще машину. Ладно. Тут такая. Я была. Я меньше убила, чем здесь трупов лежит, какого черта. Ой-ой. Keys to Noble team. We're running out of time here, Spartans. Да я знаю, я иду. Open her up. That's what you do. Contact down. Let's keep moving. Alright, свои. Ну ладно. Ну а все уже эвакуация, да? What's the situation? Careful, rig the mass driver up top. We lose that, the Autumn has no covering fire. She'll never make orbit. Понятно. Noble to keys. Copy, Noble. My Pelican's ready. Clear an LZ, and I'll meet you there. Will do, sir. All right. This is it. Our man, a big gun. Got Jesus into the platform and deliver that thing. Ой, нихера вас там. Соточка. И чё дадут? Ничего не дают. Все, патроны. Там еще большие остались. Каски слетают. Все, пошли так. Откуда такой огонь сильный? Да дайте похиляться! Чуть мелочка это не завалила. А, еще прилетаю, блин, дерьмо. Дерьмо, 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 дерьмо. Вообще не хочется играться. Хороший матч. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу! Заебалось, честно говоря, уже. Формирую реальность, так сказать. Сейчас он придет и будет мне лицо отрывать.
Ё-моё. Кто там такой? Обоим надо выпустить. Вот это прям на грани было сейчас. А, он нашего положил. Бить там. А, это наши. Свои. Это тоже свои. Ну, не очевка, а защита. Такой жестко стреляет. А, понятно. Я подумал, что это по мне так хреначит. И чё, все, затишье. А, понятно. А ты куда стреляешь? Во что вообще эта штука? А как ты туда забрался? Еще. Твою мать. Там же оружие у меня, ни хрена патронов не осталось. Интересно у нас патроны. Так, живи. Нет, не иди сюда, у нас патроны все осталось. Стрелять нечего. Пиздец какой-то. Надо попробовать к ящику сбегать. А где ящик-то был? Жалко, что гранаты не дают помимо патронов. Мне бы сейчас пригодилось.
ты этой вундервафли там какие-то эти маленькие штучки убьешь, пока я здесь с элитами, да, воюю. Класс придумал, здорово, удобно. Тоже так хочу. Можно? Самое смешное, что ковенанты это прям дикие эти религиозники. Что-то в этом есть, я бы сказал так. Рубилове. Давай, давай, давай. Не говорите, что его сейчас разбьют. Не, нормально. Эмиль? This is Keys on hot approach to Platform Delta. Ready to take possession of the package, Noble. Это я там спрыгнул? Good to see you, Spartan. Halsey assured me I could count on you. Not just me, sir. They'll be remembered. Да вы о них не вспомните, они для вас так. Cruiser, adjusting heading for the autumn. Noble 4, I need fire on that cruiser, or we're not getting out of here. Do you copy? I have your window, sir. Bridge, this is the captain. We have the package. Returning to the autumn, over. Copy that. Сейчас имели, да? Кончится так. Или нет? Who's next? Да. I'm ready. How about you? А вот его жалко. Lieutenant, get aboard. We gotta get the hell out of here. Negative. I have the gun. Good luck, sir. Good luck to you, Spartan. Бля. А, конечно, говноедов высадилось. Есть патроны? Нет. Как же они там мерзко орут еще. Понятно. А, у меня 280. Ну тогда ладно. Нормально, меня загасили. Сразу. А эти челики улетели или что? А нахрена эта пушка, если они улетели? Не поймёшь. Чё у вас с лицами, пацаны? Мне нравится, что они здесь ИИ нормальный, то есть они меня реально потеряли, они не знали, где я, пока не начал стрелять. Ой-ю. Пока не начал стрелять. Heat up that gun, we've got multiple craft bearing down on us.
И они реально ищут меня. Что ты достал тут свой этот? Куколку свою достал. Уф, давай. Немножко осталось. Давай, братик. А что, куда сесть? Как туда сесть? А что даже... А, о. Крутая пушка. Получается, Эмиль плохо стрелял, поэтому к нему залетели туда прям. О, меня эта хрень сейчас пристрелит. Все, последняя моя миссия. Не, смотрите, даже как можно было. All stations, brace for cast-off. Ого. Но я здесь стою, да, все вместе. Пам-пам-пам. Вархок, мне что, скиньте. Поставляйте. Спасибо тебе за все, Noble Six. Жопа. Я теперь в соле, она вот тут. На этом мы стрим и закончим. Ладно, мы посмотрим заставку, потому что я не знаю, как ее запускать, когда заново начинаешь играть. И все. Cortana, all I need to know is, did we lose them? А, так ты есть Cortana. I think we both know the answer to that. Холзи эвакуировали? Она нам передала Cortana, она аж в этой в лаборатории была. О! А вот и Халла.
Волк-одиночка. Реиграбельность, понятно, мы опять в этой дыре. Все, на сегодня точно хватит. Этого достаточно. Есть вероятность, что, видимо, следующий стрим мы уже Хала закончим. Красивая, конечно. Чао. Да, чао. Спасибо. Что заглянули сегодня к нам? Сколько времени? Что время? 2 часа, боже. Anyway. Спасибо всем, кто сегодня заглянул. Обещать не буду, когда будет следующий. Просто когда-нибудь будет. Запись будет доступна, как обычно, везде. Всех лавки, чмавки. До скорой встречи. Надеюсь, скоро, действительно. Баю.